о двух вариантах работы с сервисом IOP. Первый вариант – это IOP для продвижения бизнеса. Итак, в чем смысл? Смысл, как обычно, в email маркетинге и серии писем. В том, что мы выстраиваем отношения с нашими подписчиками посредством сервиса IOP, в который входит хостинг, блок на WordPress, а также великолепный плагин Instant Builder, сокращенно IB, а также сам сервис email маркетинга, где вы можете заряжать серию писем, отправлять все это в автоматическом режиме и выстраивать взаимоотношения с вашими подписчиками. Итак, как это работает? Трафик. Я думаю, все понимают, что такое трафик. На этом я останавливаться не буду. Откуда он берется? Трафик бывает с поисковых систем, бывает с YouTube, с Facebook, с контактов и так далее, то есть с соцсетей. Также бывают прямые заходы, то есть человек набирает адрес вашего блога в адресной строке и попадает на ваш сайт. Я уже говорил, что у нас проходит обучение по генерации этого трафика, что вы получаете комплект много очень дорогих программ, вам они достаются бесплатно, для того, чтобы вы могли выстроить грамотно свой бизнес сети и добывать этот пресловутый трафик. Далее, трафик мы отправляем на страницу захвата, то есть на ту страницу, которую мы сделали с помощью плагина Instant Builder. Это великолепный плагин, который нам дает сервис IOP. Там человек вводит свой email, имя и попадает в вашу базу. Далее человек получает письма по теме, на которую подписался. Главное, чтобы не было там много всяких рекламных писем. Информация должна быть полезной, только полезной, и только тогда будет толк от вашей email рассылки. Тогда люди не будут отписываться, а будут ждать нового письма и читать вашу рассылку. Итак, ваши потенциальные клиенты, подписчики получают серию писем от вас, где вы в каких-то письмах упоминаете о вашем предложении и делаете ссылку на какой-то ваш продукт. Люди переходят далее на ваш продукт или на вашу услугу, но услуга тоже продукт, переходят на вашу страницу и происходит продажа, откуда вы имеете деньги. Смысл в том, что вы собираете базу подписчиков, и все эти люди потенциальные ваши клиенты. Если вы кинули ссылку куда-то просто кому-то в какой-то скайп-чат или ВКонтакте у себя на странице, то и увидели три человека, и больше ее никто не увидел, она спустилась вниз, и вы потеряли потенциального клиента и, естественно, лишились своей прибыли. Чтобы не было этого, необходимо человеку предложить полезный материал и предложить подписаться на вашу рассылку. То есть эта система email маркетинга позволяет увеличить доходы во много-много раз. Этой системой продаж пользуются абсолютно все на Западе, пользуются у нас в Рунете, но не все это понимают и не все этим пользуются. Многие даже путают email маркетинг со спамом. Email маркетинг ничего общего со спамом не имеет. Спам – это несанкционированная отправка рекламы людям, которые этого не просили, понимаете? А email маркетинг – это человек сам ввел контактные данные, чтобы получить от вас информацию. Поэтому, пожалуйста, не путайте. Итак, это был первый вариант использования сервиса IOP именно для продвижения вашего бизнеса. Но есть и другой вариант. IOP как бизнес, он сам по себе уже бизнес. Дело в том, что в IOP, в этой компании, существует шикарный маркетинг-план, шикарная партнерская программа для вознаграждения тем партнерам, которые будут продвигать данный сервис. Я считаю, это вообще идеальный бизнес. Дело в том, что сервис нужен всем. По-другому бизнес строить просто нельзя. Необходимо работать по-новому. И поэтому мы пропагандируем систему эту в массы, рассказываем людям, для чего email маркетинг, для чего сервис IOP, как можно на этом заработать. Вашими клиентами станут те, которые хотят строить бизнес в IOP, и те, которые хотят просто использовать IOP для своего бизнеса. В любом случае вы будете получать от них комиссионные, постоянные ежемесячные комиссионные, потому что люди будут подсаживаться на этот сервис, будут заряжать туда серию писем, у них будет копиться база подписчиков, и естественно они будут им пользоваться, потому что не захотят потерять свой бизнес и захотят потерять эту базу подписчиков, которую они наработали. Поэтому я считаю, это вообще просто идеальный для нас бизнес. Итак, здесь то же самое все, как и на прошлом слайде, только здесь у нас серия писем идет не о предложении и продукте, который вы предлагаете или услуге, а именно
серия писем о самом сервисе IOP. Как раз таки и читайте мою серию писем, которую я зарядил в этот сервис. Именно в этой серии писем я рассказываю посредством текстов и видео, которые вы сейчас смотрите, о данном сервисе. Это очень удобно, и мне не надо каждому объяснять в скайпе, что это и для чего это. Человек подписался, посмотрел серию моих видео, почитал письма, вышел ко мне на связь в скайп и сказал: «Все, я хочу работать, куда платить?» Либо уже оплатил и просит у меня бонусы. Все работает абсолютно на автомате. Поэтому, если у вас есть бизнес и вы его продвигаете, это хорошо. Продвигайте его с помощью сервиса IOP. Но и обязательно начинайте рекламировать сервис, именно сервис, чтобы зарабатывать еще с этого. Потому что здесь доходы очень серьезные. То есть здесь вопрос идет в тысячах долларов в месяц, не менее. Потому что огромный спрос сейчас на все сервисы, которые увеличивают доход в период кризиса, это очень актуально. Если раньше приходилось одним пальцем пошевелить, чтобы заработать $100, то теперь, извините, приходится дергать ногами и руками, чтобы заработать эти же $100. Поэтому люди сейчас изучают тему, оптимизируют свой бизнес, занимаются рекламой и так далее. Поэтому это как раз то самое время, когда надо начинать продвигать этот бизнес. Люди идут очень охотно, вам не будет стыдно за то, что вы предлагаете, потому что это очень полезный сервис. Здесь все то же самое происходит. Идет трафик с YouTube, Facebook, контакта и либо SEO-трафик на вашу страницу захвата. Люди попадают в вашу базу, получают серию писем, понимают, что им очень нужен этот сервис, оплачивают его, и вы получаете комиссионные. Все на полном автомате.